Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас еще один заказ Фаберлик по 13-му каталогу. Здесь долгожданная расческа-выпрямитель, будем разбираться во всем, итак, поехали. Как всегда, вскрываю посылочку вместе с вами. Посмотрим, как тут все упаковано. Заказ почти на 50 баллов. Но там одна расческа стоит. Вот. Вот она, моя прелесть. Ну, давайте расческу оставим напоследок. Начнем с того, что взяла по распродаже по срокам годности. Это автозагар. Хотя у меня еще один есть в запасе, но тем не менее. 7 рублей, девчонки. Ну что такое 7 рублей на центральном складе, да? Артикул 26,95. Он мне очень нравится. Он очень деликатный. Он в виде спрея, но все равно потом руками нужно разносить по лицу, да, чтобы все было равномерно. Мне кажется, даже если так просто распшикать издалека, он просто плюется слегка, то тоже будет равномерно, потому что он очень-очень деликатный. Его можно наслаивать, можно делать каждый день, да, данную процедуру, и тогда эффект будет гораздо более заметным. А если вот один раз, после первого раза практически не будет отличия, будет легкий-легкий-легкий оттеночек загара. Так, взяла Ксюшке бурлящие шары, цена адекватная была. Она любит очень это дело. Это у нас с вами линейка Store de Amore, клубничка, артикул 27,18. Классные шары, хорошо бурлят, ребенку нравится. Так, поехали дальше. Взяла сухой шампунь. Сухой шампунь для темных волос. Мне очень нравится именно им пользоваться больше, чем тем, который бесцветный. Почему? Объясню сейчас. Потому что даже если волосы блондированные, то прическа и стрижка смотрятся гораздо эстетичнее и интереснее, когда корни немножко затемнены. Да, мне очень нравится такой эффект. Не скажу, что прям как-то сильно затемняет, он когда распределяется по коже головы, его практически незаметно. Артикул 28,70. Но он действительно на выходе темный. Давайте вам где-нибудь на руке покажу. Ой, как тяжело первый раз нажать. Но мы нажмем, но он не нажимается. Сейчас как... Ох! Во! Видите, какой? Он действительно темный. Но не скажу, что прям сильно темный. Аромат мне, правда, не очень нравится. Он, знаете, такой мужской, шипровый. И уже во много раз говорила, батист мне больше гораздо нравится по действию. Но это тоже работает. Он тоже продлевает чистоту кожи головы, да, и корней волос. Но батист стал очень дорогим, не посильно. А здесь вроде как цена более-менее пока Фаберлик держит адекватно. Так, дальше взяла вот такой вот витаминный крем для рук манго и папайя. Мне безумно нравится этот аромат. Крем легкий сам по себе. Взяла на подарочки. Впереди день учителя. Много чего пригодится. Поэтому пока что по вкусной цене беру. 23,71. Артикул. Запах обалденный. Так, взяла гель-спрей для полости рта с пребиотиками. Потому что прошлый у нас закончился. Артикул. 1679. Почему взяла, девчонки? Потому что не так давно мы все заболели, и у Ксюшки болело горло, у меня тоже болело. И чем мы только не пшикали, и вот после этого геля именно с пребиотиками гораздо легче становилось. Ну и за один, за два, в принципе, мы с ним горло вылечили. Вот в этом плане очень понравился, слушайте, прям вот очень. Он классный, он такой ментоловый. Не знаю, за счет чего работает вот именно вот этот вот эффект излечивающий, но он действительно здесь есть. Поэтому покупку повторила, пусть всегда будет. Взяла детский крем из серии Фаберлик Бэйби, пока он есть на складе, потому что всю эту линейку сняли уже. Сняли и разобрали, наверное, раскупили. Остался только крем и гель для купания. Не гель, а средство для купания. То есть водичка такая с чередой там. Артикул крема 16,45, и он обалденный, он суперский. Ждем с вами новинки. Обновленную детскую серию обещали в 14-м каталоге, но теперь обратная связь сказала, что в 15-м каталоге все-таки эти новинки будут. Очень ждем. Крем классный, тем более сейчас на холода. Можно перед выходом на улицу ребенку щечки смазать. Здесь депантенол. Классно снимает раздражение, какие-то мелкие покраснения. Он легкий, он быстро впитывается. Вообще крем обалденный, поэтому всегда тоже есть в запасе. Дальше, девчонки, что взяла? Была хорошая цена на трусики с утяжкой. Трусики корректирующие, это у нас с вами фларанж, завышенной талии, я взяла в размере XL, надеюсь, не будут велики, это 48-50, да, если по размерной сетке Фаберлик. Этикетку заклеили фларанж какую-то старую, не очень красивую. Артикул 38-79-15, там были еще выше трусики, но мне не хотелось такие брать, посмотрите, они распакованные. А это вроде как такая не самая высокая посадка, но тем не менее, смотрите, они очень-очень высокие. Это у нас с вами зад, а это у нас с вами перед. Вы стоите такая прям, ух, такая плотная-плотная. Прям плотная-плотная. Из такого же материала практически как верх, видите, отличается. Здесь такой плотный материал, а дальше такой потоньше пошел.
Я надеюсь, хорошо будут утягивать. Я сейчас, в принципе, что уж там, я сейчас примерю и вам сразу свой отзыв дам. У меня по параметрам объем, размер 52, но я взяла специально XL. Он идет как 50-й Faberlic. Надеюсь на утяжку, потому что больше нам совсем ни к чему, да. Вот такие вот они большие, тянутся хорошо. Я думаю, должны очень хорошо утягивать. То есть вот отсюда начинается у нас с вами вот этот вот пояс, который наш животик должен утягивать. Вот изнанка, ниточка тут одна. Как бы качество классное. Цена была вкусная. Этикеточка. В общем, я сейчас примерю, чтобы сразу вам отзыв дать. Слушайте, девчонки, утягивает. А, и можно было бы взять эльку, если честно. 46-48, вот вполне. Поэтому на размер меньше берите смело. То есть прям утягивает слегка. Все подсобирает, все красиво, все эстетично, все супер. Немножко собирается на талии. Потому что, не знаю, либо поменьше надо было делать чуть-чуть вот настолько высоту. Либо не знаю, что с ними делать. То есть на талии скатывается. Вот я сейчас присела снова снимать видео и вверху закаталась немножко, да. То есть вот настолько они выше талии. Но дальше не скатываются никуда. То есть вот до талии скатились и все. Утягивают хорошо, но хотелось бы больше утягивающего эффекта. Не знаю, может по швам немножко сбоку ушью их. Сдавать не хочется и не люблю этим заморачиваться. А так вот смотрите, на 52 размер эльку, мне кажется, вот прям будет прям вот персик. Так, поехали дальше. А, кстати, хотела показать вам, вот видите, как ведет себя сухой шампунь? Он на руке посветлел, поэтому как бы сильно темных корней от него тоже ждать не надо. Дальше взяла на подарочки тоже вот такой вот чай черный. У меня прошлый забрали, поэтому я даже не могу вам сказать, какой он по вкусу, если честно. У меня, как увидели, его сразу забрали. В цитрусе, черный чай в цитрусе. Он действительно в цитрусе, там цитрус такой засохший, коричневый, да, такая крышечка из цитруса, и внутри насыпан чай. А здесь у нас со вкусом банана. Была хорошая цена, и только со вкусом банана на складе остался у нас 160-67 артикул. Взяла тоже на подарочки. Если сейчас получится у нас с вами аккуратно... Не, не получится, он заклеен. Не буду открывать, показывать, потому что тоже собираюсь кому-нибудь подарить на день учителя. Вот дальше БАДы. Взяла No Stress. Первый раз беру No Stress. Послушала отзывы девчонок. Все прям довольны. Даже в первой половине дня пьют и говорят, что начинают любить весь мир, вся и вся, вся и всех. Попробую. Здесь у нас хороший состав, в принципе. И когда школа начинается, мне кажется, это вообще незаменимый БАД. 157-25 артикул. Ни разу не брала, потому что не нуждаюсь в таких, как сказать, успокаивающих препаратах. Но тут захотелось. Вот так они выглядят все. Запах какой-то такой, чуть-чуть травяной. Буду пробовать, поскольку у нас здесь кто-то по две писал пьет, кто-то писал по одной пьет. Я сначала попробую на ночь, потом попробую в первой половине дня. Если сонливости не будет, расскажу вам. Потом две порции в день запивать стаканом воды. Вот так. Будем смотреть. Так, и повторила живицу, потому что сейчас разберут опять осень. Ксюшка у меня пьет. Я пока пью пихтовиду. Нужна, всегда нужна. Две баночки я ей даю в сезон. То есть осенью две баночки, весной две баночки, когда все начинают болеть. Наверное, февраль-март вот так. И осенью обязательно. 157-28 артикул. Классный БАД, который действительно работает на иммунитет. Взяла вот такой вот пакетик подарочный, да, на день учителя тоже один, пока 780-935 артикул. Вот такого вот он размера, то есть сюда и гель для душа влезет, и косметика для дома даже влезет какая-то. Много чего можно положить, удобнее. Так, дальше, девчонки, взяла третий шаг карбокситерапии, потому что, помните, мы с вами на распродаже по срокам годности, она за копейки была, первые два шага набрали, их тьму-тьму еще, вот у меня две упаковки в запасе, а третьего шага нет. Я люблю очень с третьим шагом делать именно карбокситерапию, эффект тогда гораздо круче, гораздо сильнее, ощутимее, после этой маски кожа очень упругая. Вообще, саму процедуру я обожаю. 0,2,95 артикул. Нет, не по VIP-программе я, по-моему, взяла, по VIP-программе я взяла гидрофильное масло ICU. Давно его не брала, хочется хорошего очищения. А гидрофильное масло с этим справляется просто прекрасно. По VIP-программе вышло очень дешево. 0,844 артикул. Это прям масло-масло. Но она прикольная. У меня, помню, когда только эта серия появилась в продаже Faberlic, оно вызвало какое-то покраснение лица. Потом не было, зимой пользовалась. Долго очень я первый флакон добивала. И в итоге в конце я это распробовала, и мне очень понравилось. Да? Гидрофильное масло мы с вами любое смываем. Гидрофильное масло можно использовать вместо мицеллярной воды. То есть мы смываем им косметику, наносим на лицо, смываем
И потом тоже обязательно пенка, гель или что-то такое для умывания нужно использовать. Масло на самом деле классное. Вообще вся линейка Сиул очень достойная. Она заслужила прям, заслужила любовь многих девчонок. Так, все. Осталась одна расческа-выпрямитель. Вот она. Вот в такой коробочке она приходит. Интересно. Информация, так, напряжение, мощность, но это все можно почитать на сайте. Made in China, скорее всего, не вижу пока нигде. Материал. Градусы. То, что поворачивается вот эта штука, это на самом деле очень удобно. Далеко не каждый производитель делает это. Неужели это так дорого стоит? 70 и температура от 80 до 230. Хороший такой разброс. Зачем она мне нужна? Вообще, зачем она мне нужна? Во-первых, она не шумит. Она не шумит, и это очень круто. Потому что хочется иногда вечером помыть голову, включать фен уже, там, когда Костюшка спит или все спят. Это не самый хороший вариант. Во-вторых, зачем она мне еще нужна? Я с утра встала, накануне сделала укладку, с утра встала, у меня волосы выглядят неопрятно, то есть кто в лес, кто по дрова, может быть и такое. Хочется немножечко их привести в порядок, кончики не в ту сторону загнулись, да? Вот, включила расчесочку, быстренько хоп-хоп, все привела укладку в исходное положение, в общем, сделала ее красиво. Настройка температуры у нас зависит от густоты волос. Мы будем с вами в следующем видео подробно ее тестировать на разных температурах. У меня, в принципе, волосы густые, не скажу прям, что совсем-совсем, но густые. В общем, инструкция тут на многих языках есть. Мы не пользуемся этой расческой на мокрые волосы. Мы делаем ей только на сухих волосах. Имейте это в виду, это не фен. Это средство для укладки сухих волос. Да? Так, давайте с вами включим. Вообще, работает она или нет? Нет, ну всякое бывает. Посмотрим и включим. Достаточно тяжелый такой аппарат, но не скажу, что прям сильно тяжелый, в руке держать удобно. Матовый пластик, плюс-минус, кнопка включения, Faberlic, вот крутится шнур. Удобно. Так, и вот сами щетины, будем их так называть, да? Вот эти черные, они не должны по периметру нагреваться, чтобы мы не обожгли ни лицо, ни уши, там, ни еще что-то. А вот эти золотистые с черным наконечником, они должны нагреваться. Так, разматываем и включаем. Ну, цена не бюджетная, я скажу вам так. Можно купить наверняка дешевле такой продукт. Но мне очень захотелось вот именно от Faberlic с вами потестить. Вот загорелся у нас с вами экран, кнопка off. Мы с вами включаем, наверное, длительным нажатием, да? Ага, на 180 по умолчанию. 24 градуса Цельсия, 27, 28. Набирает. Вот смотрите, как быстро набирает температуру. Здорово. То есть мы можем прибавить до 185, можем опустить аж до 80. Поврежденным волосам, насколько я знаю, но я могу ошибаться, я не сильно в эти вопросы вдавалась, не рекомендуется выше 150. Но некоторые волосы ниже 150 может и не взять. Ага, уже тепленькие. У нас тут пишет 73 градуса. Ну, конечно, они сами не 73 градуса, потому что я спокойно их трогаю. Но тепло уже такое, уже горячо. А, о, уже 73, все. Уже горячо, слушай, 95, обожглась. Набирает быстро температуру. В общем, мы с вами подробный обзор обязательно в следующем ролике сделаем. Я постараюсь заломать свои волосы как можно сильнее, да, с хвостом там похожу и так далее. И мы посмотрим, как она справляется именно с укладкой, да, именно с расправлением кончиков. В общем, со всех сторон ее с вами разглядим. Ну и на этом все, мои хорошие, ссылка для регистрации, как всегда, под видео, проходите, регистрируйтесь, сейчас очень хороший подарок за регистрацию бытовая химия для дома, будем с вами общаться, будем работать, буду помогать вам во всем, ставьте обязательно лайк, если обзор был вам интересен, всех люблю, целую, всем пока-пока!